Лекция 87 про разницу. Была тут проездом знакомая из Швеции. Ну и как водится, пообщались. И знаете, что я понял? Что разница уже огромная. Они как инопланетяне. Наверное, поэтому так популярны все эти истории про инопланетян. Ну вот, например, о чем мечтают ваши знакомые? Конечно, о холодильнике, телевизоре. Уже мало кто мечтает, хотя есть и такие. Большинство мечтает о хорошей квартире или доме, о машине, возможности ездить в отпуск туда, куда захочется. Ну и о такой работе, чтобы особенно там не работать, но получать денег за это достаточно. На все про все. Ну, разумеется, женщины еще мечтают о красивых губах, о туфлях или туфлях, мультиоргазме и тому подобное. Не, серьезно. Только вот не надо говорить, что вы все и все ваши друзья, знакомые, мечтают о мире во всем мире. И о том, чтобы дети не болели, а родители жили вечно. Или о том, чтобы дедушка Ленин встал из мавзолея, продолжил свои святые дела. Или вы действительно такие тупые, или вам так нравится врать даже себе. На самом деле все мечтают именно о том, что я сказал перед этим. О любви, справедливости, о хорошей погоде. Да ладно. Так вот. В чем же разница? Взять ту же Швецию, Данию или Норвегию, ну и большую часть Германии, Франции, Великобритании, Испании, ну и так далее, развитых стран, очень развитых. Там люди мечтают о хороших поступках, чтобы у них была такая возможность их совершать. Для этого нужно много учиться, много работать, быть здоровым, счастливым. Вы скажете, что они тоже мечтают о квартире и машине. Нет, это не так. Ну, во всяком случае, не большинство, не подавляющее. Наверняка такие идиоты найдутся везде. Как же это объяснить? Ну вот, например, вы видели, как Ксения Собчак рассказывала о своем новом доме? С гордостью и с чувством глубокого удовлетворения. Ее мечта сбылась. У нее теперь есть дом ее мечты. И это не училка в школе, в маленьком городке. И не фрезеровщик на заводе. Не рядовой, не средний человечек, так сказать. Кандидат в президенты была. Но вот у нее такие мечты. Как и у всех. А вот в Швеции примерно такой же дом, как у Собчак. Это обыденность. Ну, то есть, как утром почистить зубы, так и такой дом себе построить. Само собой. Обычное дело. Машина? Какой черт она нужна, если везде есть общественный транспорт и велосипед? Только при необходимости. И тоже. Ну, просто выбираешь то, что тебе нужно, и завтра уже можешь ехать. Не нужно о ней мечтать, копить на нее или придумывать способ ее заполучить. Итак, со всем остальным. Даже мне было иногда нелегко ее, эту шведку, понять. Хотя я тоже уже давно лишен этих совковых мечтаний. Ну, например, с едой. Ей уже 46, и она уже лет 20 не готовит дома. Хотя с ней живут двое детей, иногда мужчина, как бы вроде, да? Кроме завтрака, разумеется. И зачем? Все равно такой ассортимент и качество, как в ресторанах, она не сможет обеспечить. Да и покупать еду в ресторанах выгоднее, чем тратить время на покупку продуктов и готовку. В Швеции же. И вот таких примеров очень много. Ее мечты и реальность
очень сильно отличаются от той, в которой живут люди на постсоветском пространстве. Да и в Восточной Европе тоже. Мы прогулялись пару раз по городу. И обращал внимание на то, что привлекает ее внимание. Люди? Нет. Магазины? Нет. Памятники и красивые места? Да. И оба раза она утащила меня из города в лес при первой же возможности.